Друзья, рады вас приветствовать на нашем канале. На связи Лилия и Ренат Хамидуллина и наш клуб путешественников «Странотека». Прямо сейчас мы с Ренатом уже находимся в следующей локации. Это отель «Пулман Каолак». Отель новый, отель замечательный, нам понравился прямо с первых минут. И мы постараемся вас тоже в него влюбить. Лилия говорит, обязательно расскажи про это дерево. Оно как из фильма «Аватар» Эйва. Сейчас вы видите его в таком виде. Вечером оно будет подсвечиваться, потому что вот на этих, как их назвать, лианы, что ли, маленькие, на веточки, да, висят гирлянды. Как вы видите, здесь жизнь не совсем уединенная. Приезжают тук-туки за денежку и везут гостей в центр Каолака, так что все в порядке. Сейчас спокойненько посмотрим с вами атмосферу рецепции, как тут светло. Обдувает, очень приятный такой морской бриз, ветерок, все в теньке. Ренат говорит, тут звучит такая музыка, что с ней только вот брать и, как сказать, лежать в гамаке. Бар. Надо сказать, что в отеле есть счастливые часы, и мы, кстати, можем сейчас в них попасть. Ну, какая же здесь атмосфера. Мы все в восторге. У нас тут три семьи активных путешественников. Все мы с детками. Мы сейчас с вами подойдем к зоне рецепции. Тут тоже посмотрите, как все красиво. Много дерева. Здесь очень быстро, кстати, проходит процедура заселения. И потом уже можно двигаться к своим номерам. Всех гостей встречают вот таким вот приветственным напитком. Далее здесь тоже, что это? Ну, какая-то, наверное, выпечка. Важный момент. Снимала же при входе в отель тук-туки. Так вот, от отеля гости должны записываться. И в определенные часы от отеля абсолютно бесплатно гости могут сесть на тук-тук и поехать в центр Каолака. Там, разумеется, рыночек. Там покупать хоть каждый день фрукты, да. Тоже, разумеется, какую-то другую тайскую пищу. И домой вы тоже обязательно там сможете, значит, купить фрукты. Нравится мне сейчас вот это вот время, когда время между 4 и 5 потихонечку уже спадает жара. И, соответственно, съемки у нас с Ренатом будут гораздо легче. Мы сюда приехали где-то примерно около часа дня. Вкусно пообедали. Шведский стол, надо сказать, стоит всего лишь 799 бат для отеля такого уровня, чтобы вы понимали, вот если ты идешь в а-ля-карт ресторан, то в целом самое какое-то такое скромное блюдо, салат, допустим, цезарь с курицей, обычно в районе около 350 бат. Вы просто представьте, а здесь у вас полноценный шведский стол, притом там были десерты, там было мороженое, чай, да, по-моему, Ренат, вы тоже? Да, вот Ренат говорит, чай, напитки безалкогольные, то есть все это входило, и это было 799 бат. Конечно же, это удобно. Мне кажется, вот приезжать вот в такого плана отель, заранее знать, что будет уединенненько, что не будет, может быть, такого огромного количества рядом тайских кафешек, но зато вот такой вот классный экзотический отдых, конечно же, супер. Оливочка у нас сейчас в детском клубе вместе с дочкой наших друзей. Детский клуб работает с 9 утра до 6, поэтому у нас есть сейчас с Ренатом, ну, хотелось бы, наверное, час времени, чтобы оперативно все это вот так вот снять и дальше потом тоже наслаждаться прекрасным отдыхом. Прямо рядышком с рецепцией расположился спа-центр «Розалин». Приглашаю осмотреть его. Звучит, знаете, такая завораживающая, приятная музыка. Здесь такая приятная прохладца, очень вкусный аромат, мне прям он сильно-сильно нравится. В принципе, смотрите, вот цены массажа. По стоимости получается 1890 бат, массаж 90 минут, то есть полтора часа. Для отеля такого уровня, в принципе, абсолютно адекватный ценник. Вышли уже с вами со спа-центра, проходим мимо такого пруда. Заметила прям такие красивые, замечательные атмосферные качельки. Захотела тоже для вас снять. И мы с вами сейчас будем продвигаться все дальше и дальше в сторону моря. Что это такое, мы с Ренатом не знаем, но впервые видим. Вот это да. Что это такое может быть? В отеле «Пулман», если вы обратите внимание, полотенца пляжные желтого цвета. Они такие яркие, такие позитивные. В общем, очень прикольно. Видно, что отель новый, отель современный. Отель буквально несколько лет. Семейная атмосфера, семейная обстановка.
вот так вот красиво. Мне хочется сейчас подняться все-таки на мостик, показать вам с высоты вид на прекрасную территорию, потому что она действительно чудесна. Сейчас снимем наших девчонок. Ой, едут вдвоем. Ой, так классно. Это вот как раз наши доченьки, наша доченька и дочка наших друзей. Сейчас мы идем в зону мини-клуба. С Оливией вместе вам сейчас все покажем. Здорово, что здесь опять такая классная водная горка. И мини-клуб в виде пещеры. Мы как будто бы идем с вами, заходим в пещеру. Здесь вот такая вот у нас настольная игра. Очень много детских игрушек. Что это такое? Настольный, да, теннис какой-то детский. Просто огромное, очень огромное пространство детского клуба. И опять смотрите, какое большое множество мягких детских игрушек. Дополнительно можно, конечно же, раскрашивать все футболочки. Знаете, что прикольно, что вот такие вот ниши можно взять, посидеть. Здесь вот уже детки могут мультики посмотреть, да, своего рода как кинотеатр. Очень много настольных игр, а также книг. Здесь можно поиграть в PlayStation. Ну вот, мы с вами и обошли весь детский мини-клуб. Это замечательное просторное пространство. И пойдем дальше по территории. Кстати, видите, да, как прекрасно расположились номера. Прямо с таким прямым выходом к бассейну. И вот они могут, прям выходя из своих номеров, плавать. Очень красиво. Мы с вами закончили осмотр детского клуба. И прямо перед нами расположился Тарн пул-бар. И здесь счастливые часы с 4 до 5. Конечно же, мы заказали коктейли, практически все выпили. Но сейчас немножечко расскажу. Ну что, друзья, сейчас идут счастливые часы. Заказываешь один коктейль или любой какой-то другой напиток, второй тебе идет в подарок. Здесь тоже для гостей есть душ. Не один, а целых два. Отель зеленый, отель классный. Дальше идем с вами, прогуливаемся по территории. Мимо всей этой красоты. Надеюсь, вам так же, как и мне, слышно пение птиц. Еще одна детская зона. Такое чувство, как будто бы это уже для малышей поменьше. Прям смотрите, какой приятный, здоровский бассейн. А да, и маленькая-маленькая аквагорка. И самое главное, что есть тент. Слушайте, так символично, такая фигура прямо напротив фитнес-клуба. Я прямо сняла обувь абсолютно полностью. Здесь мега приятный газон. И вместе с вами зайду сейчас в фитнес-клуб, только найду дорогу. Найду дверь, да, и вместе с вами сейчас его осмотрю. Фитнес-клуб светлый, приятный, просторный. Выходя с фитнес-клуба, мы увидели доску активности. Конечно же, захотелось вам тоже рассказать. Активности в отеле Пулман начинаются с 8:30 утра и каждый день по-разному. Здорово, что расписание есть на сегодня и на завтра. Соответственно, вы уже знаете, что вас ждет завтра. Просят делать резервацию за один день вперед. Допустим, сегодня был стретчинг, да, как бы, а завтра будет йога. Активность заканчивается вечером. Вот я смотрю, там что-то, пляжный волейбол, футбол, что-то такое. И, кстати, классы тайского бокса тоже есть. Нам, честно говоря, атмосфера здесь нравится. Может быть, все потому, что сейчас пока все новое, приятное. В то же время хочу сказать, что отель компактный. Очень близко можно дойти до всех локаций, которые нужны. Сейчас мы двигаемся прямо к морю. Такой зеленый газон, так приятно. Здесь как раз ребята, мы их обошли, играют в футбол. В дополнение есть еще вот такие вот приятные виллы. Движемся ближе к пляжу, к морю, к пляжному клубу. И там прям звучит такая движовая музыка. Тут сразу же расположился Крамбич-клуб, где можно покушать, заказать какие-то напитки, потанцевать уже, вон, диджеи.
Еще такая огромная, просто большая газонная зона, где гости могут расположиться на травке. Но здесь уже отличается, да, от нашего отдыха в Аване, то, что здесь нужны зонты, потому что нету такой прекрасной естественной зелени. Наше, как говорится, дело вам показать, а вам решать, подойдет этот отель до этого, который мы снимали, или любой другой, который увидите на нашем канале. Пляж очень сильно отличается от Авани, потому что вы помните, в Аване, загляните, если не смотрели, да, там действительно тишь да кладь. Здесь тоже продолжительное время, вот сними, пожалуйста, тех гостей, да, нужно пройти для того, чтобы было глубоко, это раз. И плюс под ногами вот я хожу, да, немножечко такие, ну, вот эти вот коралловые, да, камушки, можно так сказать. Мы скоро переоденемся, поплаваем и скажем. Но дно вот прям сильно отличается, Ренат, слушай, сильно. Мы хотим с Ренатом сейчас немножко прогуляться вдоль пляжа, посмотреть, что к чему, как, благо. Пляж широченный, можно гулять и гулять. Мы вас приглашаем в наш номер. Это однозначно не тот номер, который мы забронировали, и нам просто отель сделал какой-то шикарный комплимент. Хотя, честно скажу, клянусь, мы об этом даже не просили. Действительно, мы были удивлены, когда зашли, увидели при входе комнату сразу же, две большие кровати. Ну, идемте, да, смотреть. Сначала мы вам покажем ванну. Сразу вот такой вот туалетик. Смотрите, какая классная ванна сегодня дочки сделаем. Здесь вот тропический душ, пожалуйста. Все в таком каком-то классическом стиле, интересном, да? Да, вот Лиля говорит, что это все новое. Лиля попросила отметить то, что очень интересное решение. Здесь вы можете одновременно принять душ, залезть в ванную, полежать, расслабиться. Здесь есть две раковины. Это удобно, когда большая семья приезжает. Заботливо поставили воду, чтобы можно было попить. Тут же Лиля показывает вам фен. Может быть, здесь мыло. Нет, не мыло. Мыло здесь как раз-таки представлено в таких вот тюбиках. Здесь мыло и лосьон, да. Просто огромная просторная зона гардеробной. Современно сейф стоит, который закрывается и открывается таким образом. Полотенце. Четыре полотенца. Зонты мы видим. Хорошие халаты. Сумка пляжная. Раздвижная дверь. Что удобно. Закрыться родителям от детей. Кстати, здесь вот такая вот дверь, она, а вот она как раз открывается в ту сторону, что тоже удобно попасть в туалет. Нашему с Ренатом профессиональному экспертному взгляду, вот знаете, очень приятно видеть, насколько новая мебель, нет вообще никаких сколов, такой вот очень тоже приятный, знаете, абсолютно не напряженный дизайн комнаты. Здесь у нас с вами еще 4 бутылочки воды комплиментом идет, чайничек вот такой вот приятненький. Стаканчики, набор для приготовления чая, кофе. Здесь, правда, чай Дилма, Рената, по другим чаям. Это, мне кажется, почему-то, наверное, платно, но мы лучше уточним, потому что мы еще не встречались с нашими партнерами, ну и просто такая еще удобная полочка. Здесь такой холодильничек. Здесь тоже вот, не знаю, платно это или бесплатно, наверное, сейчас уточним. И будем знать. Классная такая огромная кровать, которую мы сейчас с вами протестируем. Мне нравится. Новое чувствуется прям постельное белье. Здесь дополнительно нам поставили как софа, как диван такой, да? Можно сказать. Здесь также можно постелить, и еще один человек может спать. В номере работает и вентилятор, и кондиционер, если хотите. Я как девочка, конечно же, по деталям, да, потому что мне так приятно обращать внимание вот на такие, считайте, торшеры, да, на вот какой-то такой вот орнамент, на то, как, какая отделка, а также вот эта вот картина, да, интерьер. Вот, знаете, ничего такого лишнего и в то же самое время создает уют. Конечно же, еще немаловажно в нашей комнате то, что вот такие вот витражные, огромные двери. И у нашего номера, как вы можете увидеть, у нас прямо прямой выход сразу же на прекрасную территорию отеля Pullman, куда мы вас сейчас приглашаем. Друзья, приглашаем вас на нашу террасу. Это же и можно назвать неким балконом, да, без перилы. В принципе, что хочу сказать, классно можно сидеть у себя,
А можно выйти, пожалуйста, прямо к бассейну, пройтись немножко и сразу плюхнуться в воду. Всем доброе утро. Мы сейчас с своей семьей идем на завтрак. Днем все выглядит еще более ярче, такие яркие краски. Здорово. Потихонечку отель просыпается. Мы идем поближе к рецепции, потому что именно там расположился основной ресторан, и там мы будем завтракать. Ну что, мои дорогие любимые, расскажите, как вам спалось сегодня на такой прекрасной кроватке? На такой шикарной кроватке я спал как король. Оливия, наверное, спала как принцесса. Скажи, ты как спала? Как принцесса. Как принцесса? Да. Молодец. У нас сейчас с утра дилемма, возвращаться ли нам обратно на Пхукет, или все-таки еще продолжить свое путешествие и переехать в следующий отель. Прикольно, знаете, что на ужин нужно проходить через рецепцию, чтобы отметиться. А на завтрак, пожалуйста, можно заходить и проходить прямо отсюда. Что мы сейчас и сделаем. Вот так выглядит ресторан внутри. И мы сейчас с вами все потихонечку здесь отснимем. Сперва идем в секцию йогуртов. В таких вот баночках стоят разные-разные йогурты. Здесь, похоже, что-то такое поплотнее готовят. Да, вижу, вафли пекут. Вижу, что есть фруктовый салат. Блинчики. Яичницы. Да, здесь суп. Это вот как раз-таки слабо вареные яички. Это посильнее с вареные яички. Что-то такое. Здесь тоже какой-то такой интересный рис. Здесь свиные сосиски, бекон. Тоже куриные сосиски. Рис. Просто белый рис. Фасоль. Грибы целый чан. О, это вот овсяная каша. Помидоры на гриле положили. Это драники. Переходим к следующей станции. Здесь у нас с вами, как и вчера на ужин, да, лежат нарезки разные с колбас, салями, сыров. Здесь вода. Это хлопья для детей. Корнер для приготовления кофе. Пока здесь гостей мало, выйду на улицу и покажу вам, какой ассортимент фруктов. А вот это вот очень интересно. Попробуйте, это не яблочки, что-то наподобие. Таких немножечко, не знаю, слив-яблок, как-то так вот по вкусу. Арбуз. Гуава, кстати, тоже вкусная. И дрэгонфрут. Вот такой вот большой стенд разнообразных напитков. И тайский чай с молочком холодный. И разные соки, но понятно, что это не свежевыжатые. Так, молоко тоже есть. Здесь какие-то соусы, салат-бар с разновидностей салатов. Вон что-то поплотнее, да? Так, это что-то... Курочка вместе с чем-то. Здесь тоже курица, свинина. Просто вареный рис. Ну вот, в принципе, и все. Просто офигенно то, что мы максимально, наверное, 95% своих обзоров стараемся делать вместе с хотя бы как минимум одним приемом пищи. Потому что вот за этот прием пищи ты понимаешь, да, как вообще тебе отель. И вот по сравнению с нашим предыдущим отелем Авания, где мы останавливались прошлую ночь, прям, знаете, чувствуется разница. И на личной консультации мы поделимся
какой отель все-таки мы считаем лучше и почему. Здорово, что мы имеем такую прекрасную возможность смотреть, пробовать, чувствовать, да, вот отели такого замечательного уровня и с вами делиться этим. Особенно это очень ценно на личностных консультациях, когда мы с вами смотрим в разрезе нескольких отелей. Часто вы к нам обращаетесь по какому-то определенному отелю. Вы посмотрели обзор, ну, допустим, вот этот вот отель Pullman, посмотрели, и сразу же все настроено на него, допустим, и все. Всегда надо смотреть в разрезе, да, потому что когда ты смотришь в сравнении с двумя, тремя, четырьмя отелями, ты чувствуешь, где какие нюансы, где какие огромные плюсы. В итоге выбираешь самый подходящий вариант. Мы уже освобождаем номера. Мне так охота еще при вот таком вот ярком дневном свете тоже немножечко снять атмосферу отеля Pullman, потому что вчера мы с вами снимали все это в вечернее время. Сейчас краски намного ярче, намного сочнее, поэтому давайте прям немножко тоже прогуляемся, и вы еще по-другому это все воспримете. Ну вот здорово, смотрите, вчера же, помните, эта зона была без деток, а сейчас у нас с детьми, и прям совсем-совсем другая. Здесь тоже поставили сетки, видать, уже для каких-то других активностей. Здесь как раз, если помните, вчера вечером играли дети в футбол, вновь поставили ворота для того, чтобы все наслаждались. Кстати, вчера я это не проговорила, вот здесь вот был тоже кинотеатр, и гости смотрели. Сегодня тоже вот эта табличка говорит о том, что сегодня тоже будет Movie Night, то есть можно вечером будет посмотреть, и сегодня будет гостей ждет мультик Коко. Здорово, что практически на каждом шагу гостей ждут какие-то активности. Здесь вот лук, стрелы. Кстати, в этой части мы вчера с вами не были, поэтому пройдусь специально отсюда. Сочные желтые полотенчики лежат, ждут своих гостей. А это уже тоже могут гости покататься, да, на досках, на каяках. Вот сегодня море прям совсем другое. Вот такое море мне больше нравится. Смотрите, как классно прибыла вода. И, соответственно, уже вход в море прям совсем другой. Да, вот так вот отлично. Прям совсем другая картина. Здесь уже и дно хорошее. Плавающих прям очень-очень много. Так здорово. Вот как-то сейчас, наблюдая за всей этой картиной, видно спокойное, можно так сказать, умиротворенное море. Бассейн, кстати, с этой стороны тоже выглядит прикольно. В общем, кому что. Кому-то плавать в море, кому-то плавать в бассейне. Друзья, пришло время подвести итоги, и нам хочется поделиться своими ощущениями. Честно признаться, у нас немножко такие какие-то раздвоенные чувства. Почему? В первую очередь расскажу сейчас о плюсах и в конце немножечко о нюансах отдыха. Нам понравился дизайн отеля, да, нам понравился стиль отеля. Чувствуется, что отель свежий, что отель новый, какие-то такие новые дизайнерские решения. Испытываешь здесь позитивные именно чувства, радостные чувства. В основном большинство отдыхающих здесь пары, семейные пары, да. В плане питания мы тоже были приятно, в принципе, нам было и пообедать, и поужинать. И нам понравилось вчера то, что здесь вечером даже есть какая-то своеобразная движуха, да, около пляжного клуба, потому что приезжал диджей, делал свои сеты, и было видно, как тоже здорово нравится гостям. О нюансах. Может быть, конечно, мы уже такие сбавные, то, что выбираем для своего отдыха только пятизвездочные отели хорошего уровня, да, и посещаем, и снимаем в основном пятизвездочные отели хорошего уровня. Поэтому завтрак вот точно не на десяточку, да, а по демократичной скромнее. Здесь, в Каулаке, во время этого нашего путешествия, мы уже сейчас посещаем второй отель. Вчера мы проживали в отеле Авани. В прошлом году, ровно год назад, мы посещали отель Грейсленд. Мы были в Люмеридине. И вот буквально сейчас мы едем на обед в Аутриггер. Потом нас ждет еще отель Мариот. И обязательно посетим отель Девосом. Поэтому большинство самых-самых таких классных, популярных отелей мы здесь вот за последнее время, можно сказать, лучше всего прочувствуем, узнаем. И в личной консультации вы можете получить эту информацию, какой же из отелей лучше.
больше. Самый, наверное, важный нюанс, на который стоит обращать внимание, это то, что здесь совсем другая пляжная полоса, допустим, по сравнению даже с Саванне, где очень такой вот пологий, замечательный вход в море. Здесь пляжная полоса более открытая, и видать то, что размывается песочек, соответственно, даже поставили вот эти вот палочки, да, чтобы не размывался песок. И вход в море, знаете, вот из-за ракушечек, из-за коралловых вот этих вот крошечек, он тоже немножечко другой. Поэтому, наверное, вот это вот такой вот самый главный нюанс. Второй поставим завтрак. Ниже специально укажу свой WhatsApp, потому что видим, что все равно этот отель популярен. Честно признаться, наша семья сама очень сильно любит сеть отелей Pullman, потому что мы жили в сети Pullman здесь, получается, на Пхукете. Мы летали в Куала-Лумпур, жили в отеле Pullman. Мы летали в Паттайю буквально в декабре с 13-м, тоже жили в сети отелей Pullman. И в Каулаке мы, конечно же, тоже решили остановиться в отеле Pullman, потому что, ну, не знаю, нам нравится эта сеть, да, как бы. Пишите. Во время личной консультации всегда, как мы, я уже вам говорила ранее, лучше всего посмотреть 5 отелей, дальше решить. Напомню, что у нас 2 юридических лица, одно в Казахстане, другое в России. Соответственно, гости Казахстана, гости России могут нам спокойно обращаться, а также любые другие гости других стран, потому что мы найдем с вами любую форму оплаты. Может быть, это будет PayPal, может быть, это будет USDT, либо на наши какие-то другие иностранные карты. До новых встреч в новых видео.